Объявлены победители регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года-2021». Абсолютным победителем стала семья Михаила и Валентины Анджаевых из Кичинеровского района, набравшая наибольшее количество баллов. В номинации «Многодетная семья» лучшими стали Зубиновы из Приютнинского района. У Виктории Мергена семеро прекрасных детей. В номинации «Молодая семья» лидерами признаны Вячеслав и Анна Панасенко из Тарпинского района. Вместе они воспитывают троих сыновей. И, как сообщает региональное министерство социального развития, труда и занятости, все победители получат денежные призы в размере 50 тысяч рублей, а также дипломы и ценные подарки. Семья Анджаевых, обладатели гран-при, дополнительно получит главный приз – 100 тысяч рублей.